Рождество, Пасха – известные праздники, которые любят и отмечают не только верующие. А вот с традицией празднования Троицы знакомы не все. Чтобы познакомить людей с этим праздником, Омская церковь «Свет Христа» провела концерт под названием «Примите Духа Святого». Об этом сюжет наших омских корреспондентов. Рождество, Пасха – известные христианские праздники, которые отмечают не только верующие. А вот праздник Святой Троицы знают не все. Чтобы рассказать людям об этом празднике, Омская церковь «Свет Христа» накануне провела концерт под названием «Примите Духа Святого». А многие люди сегодня, они остаются неверующими людьми, не знают, что такое праздник Святой Троицы, что Дух Святой сошел на землю, что это третья часть Бога или третья личность Бога, которая была явлена на землю. Праздник Святой Троицы, называемый еще Пятидесятницей, посвящен сошествию Духа Святого на апостолов в 50-й день после воскресения Иисуса Христа. Этот праздник считается днем рождения Новозаветной Церкви. Зрители смогли услышать о Боге через песни, мини-спектакли и танцы. Короткие видеоролики рассказали об отношении Бога к человеку, заставляя задуматься о смысле жизни. Пришедшие впервые признались, что о многом услышанном раньше не задумывались. В общем, веру в Бога, я раньше вся в жизни и Библию читал, было такое, отношение к Богу. Но истина, основана, все новое я узнал именно из этого концерта, Ярослав Бологов, Рима Спиридонова, Игорь Игнаткин. Специально для телеслужбы «Благих новостей».